Доброго времени суток, дамы и господа. Сегодня я покажу, как просто можно использовать бесплатный VPN на телефоне, включая и выключая его при необходимости одним лишь прикосновением к настройкам. Это помогает очень удобно и быстро решать проблемы недоступности Телеграма и других заблокированных сайтов в нашей стране. У меня на телефоне он уже установлен. Вот сейчас он включен, вот я нажал его «Отключил». И нажал, он подключился, и сверху появилась иконка VPN. Что нужно сделать? Очень просто. Зайти в Apple Store, найти приложение это, напишем VPN. Ну и, соответственно, скачать его, VPN Master. Я уже скачал, поэтому мне нужно только открыть. Открываем. Ну и вот так он подключается. Но это делать, в принципе, можно только один раз. Дальше он встанет к вам в настройки. И будет все очень просто, как я уже вам показал. Вот таким образом иконочка будет выглядеть. А включать и выключать я уже показывал. Но еще раз. Выключили, понадобилось, включили. Ну а на этом все. На вопросы отвечу в комментариях. Кому была полезная информация, поставьте лайк, подпишитесь на канал и соцсети. Ссылочки в описании, там сексуальная информация. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Всего доброго!